2250, агрессив 93. А что значит международный, Никит? Ну, ему была лень флажок себе устанавливать. Вот это значит. Ага. Или он гражданин мира. А что значит гражданин мира, я никогда не понимал. Ну, значит, что его готовы принять с распростертыми объятиями в любой стране. Обычно так говорят про каких-то, ну... Евреев. Да. Ну, может, и про них тоже. Так, одеться один. Я лагаю? Нет, нет, все хорошо. Он лагает в этот раз. Понимаю, что это практически невозможно поверить, но... Да, у меня такое ощущение, что он лагает чуть-чуть. Ну, потому что гражданин мира, что ты хочешь. Ему плохо. Ну, мы F4-то пойдем, самый радостный ход. Да нельзя, посмотри вот нашего короля после F4. Тут хоть одна пешка что-то изображает подобие прикрытия. После F4 что? Любой шаг откуда угодно, и нас, мы не удержим короля. Жаль. Так, G5. Опять партия закончилась. Ну, не спеши с выводами. Сейчас он слона когда-нибудь берет на G6. Потом заберет еще одну пешку. Ну да, белых лучше, конечно. Без фигурки? Не, ну три пешки будет. Три же будет, да? Или две? Три, две. три. Все верно, подожди, так, он не отдает еще одну там же. Я не знаю. ЖФ побили, он шахом берет. Нет, в этом проблема. Я взяли потом ЖФ. Так. Надо добрать, наверное, пойти. Ну, по-любому. Там уже думать. Ну, ЖФ. Да потому что мы возьмем сейчас слона, то он потом эту вилку дурацкую сделает. То есть мы должны брать тут, видимо. Ну, я тебе же брать слона, брать на D4, у нас. У него две пешки за фигуру, у нас король, конечно, рыхлый. Или он может убить коня. Кстати. Хотя у нас будет выбор потом, кого брать, но никаких прямых выгод я не вижу. Да, кстати, этот ход сильнее оказался. Ну а что там мешает сыграть? Фе? Фе, ферзь Е7. Слон защищен, конь висит. Чего? Фе, ферзь... А, ну да. Конь защищен, здесь висит. В смысле, основная лишняя фигура, но уже за 3 пешки. Или можно взять на e4, тогда основной в 6. Не, надо набрать e, играть в e. Да, но это немножко не то, что хотел. Вообще, это совсем не то, что хотел. Ладья. Ладно. Ладья d4? d4. Ферзь g5, это ход. Так, я лагаю опять? Совсем чуть-чуть. Ну, этого достаточно, чтобы... Все стало плохо. Вот мне не нравится, конечно, этим ческом, что он совсем, ну, он, видимо, рассчитан на граждан США, у которых с интернетом все нормально. Они ну, с... Ну, или на любого нормального человека, у которого с интернетом все нормально. Что у нас получилось? Лишняя пешка? Лишняя фигура за 3 пешки. Да. Ну, как бы у нас король плоховат. Но фигура-то, в смысле, простая, чем 3 пешки. Таких позиций плохой. Мы можем взять еще одну. Давай. Можем. Уже две пешки. Но опять же, король, конечно, плохой. Да, 8 это ожидаемо было. Ферзь d2 стоит пойти? Не знаю. Конечно. Не, но ну не будет меняться, понятное дело. А ферзь h4 пойдет. Ферзь h4, король h2, такая идея. На слон g4 и слон f1. Ну, может там еще что есть, на слон f1 точно. Вот где сюда нужно приметиться. d5, на d5, куда это? Куда это? Ферзь d4 мы не меняем, ничего? Нет, меняем ферзь g5. Ну, ферзь d4, наверное, выгодный ход. Ферзь d4. А. Напали на ладью, напали на ферзя, заставили поменяться. О, нет, ферзь g5 он сейчас пойдет, я думаю. Ну, или поменяется, но поменяется, должно быть в пользу бела. Наверное, ферзь g5, и там я ладья g1 собирался на ферзь g5 играть. Чтобы еще его короля поднапрячь. Да, я ладья g1. Ну, свой мат прикрыли, его короля напрягли, вроде такой многофункциональный ход.
Сейчас он так, он не играет Ш6, он играет фигню. Ну ладно, я опять же не хочу связываться, просто беру слона. И задумается заново, что ему делать. Опять, наверное, там были какие-то вскрытые удары, которые объективно сильнее, но вот в блице иногда лучше всего просто не связываться с идеей соперника. Нужно, когда вот коня пора было повести. Без проблем. Причем большие. Кажется, что это зевок, ребята. Но это не зевок. Ну, мат уже 7. Да, да. Да, тут еще ходов не вижу. Ферзь e8, конь g7 просто. Да, он ферзя отдает, поэтому мы можем взять на g7 в промежутке. Да, можем. Теперь тут. Да, висят обе ладьи, эта ладья висит с матом. И я лагаю, но, видимо, уже это ему не поможет. Так, ничего не грозит. Ничего не грозит. Да, слон f7. Так, или нет, ничего не грозит. Ферзь f6, ладья f5, взяли ферзь f7, ферзь e8. Ну, ладья f5 он сейчас пойдет. Там больше ничего нету. Да, теперь возьмем ладью. Ну, возьмем слона. Ну, возьмем ладью. Зачем нам слон? И мы дадим мат. Это не мат. Там, кстати, был мат. Ферзь f6, слон f7, мат был. Место взятия ладьи. Но... Да, тоже 2460. Да, но у нас было 2500 перед началом сегодняшнего турнира. Ну, в общем, совет всем, кто нас смотрит. Если вы не в состоянии поддерживать стабильное соединение в течение отрезка времени длиннее, чем 2 минуты, то не стоит играть в блиц. И вообще жить не стоит. Интернет наше все. Да. Так, вот смотри, по-моему, в ролике вместе с Олегом по этому варианту по атаке подал, мы коней 4 рекомендовали. Ты не помнишь? Я не смотрел этот ролик. Как неожиданно, слушай. Ну бей, играй d5. Да я черными играю. А, господи, я за белого смотрю. Сейчас он так и сыграет. Дорогие друзья, на самом деле, вот для тех, кто не знал, все это подстроено, все, что сейчас происходит. Против меня играет Кирилл Широков. Так. В общем, очень странная позиция, у нас 500 миллиардов сдвоенных пеших. Это мы упоминали в нашем ролике, если не ошибаюсь, вот эту позицию. То есть вот это лучшее, что могло с тобой произойти, да? Да. В этом варианте, по твоему мнению. Отлично. Достаточно. Посмотри, 20 секунд лишнего времени. Ну, это заделку. Так, вот он начинает выпендриваться. Тебе это не нравится, да? Возьмем пешку, да? Да, давай возьмем. Пойдем слон d7. Сейчас он возьмет 2 у нас, а мы дадим слон d7, ферзь f5 шах. Начнем играть на атаку. Ферзь f5 шах, есть смысл? Да, да, конечно. Есть. Куда ему сейчас девать этого короля? 3-0. И 3-0 накинуть. 3-0. 3-0 и мата 8 получить. Ну да, подобие мата. Зачем это надо? Можно, знаешь, что сделать? Ну, ладья b8 можно пойти. Самое очевидное. Нет, не устраивает. Это b3 какой-то, Ики. Ну да, но ну и что? С другой стороны, b3, слон b3 g6. Да, g6 хороший ход, я рассматривал. Я не знаю, может еще ладья b6 сильнее. Но он не хочет b3 играть. Он, вот видишь, он g6 препятствует. А может быть пожертвуем? А нет, e5, e5. Ну e5, да, это самое очевидное. Я просто ищу, может выигрыш простой, если какой-то. У него очень плохие фигуры. Должно быть что-то. Хотя e5 вроде усиливает позицию, да? Ну как-то мы это все с темпом. Ну да. Смотри, у нас по материалу, что у нас пешки одной не хватает. Довольно мало для такой позиции. Мало? В смысле, это ему надо, чтобы у него было где-то 3 лишние, чтобы это компенсировать, мне кажется. 4. Выделил. Слон b4. Да, слон b4 с темпом. Да, все фигуры развиваются. Ну не знаю, слон b4, конечно, свою ладью запер. Грозит 2. Хекс d3. Ну, в общем, если эту позицию мы сейчас не выиграем, это будет довольно печально. Стоп, можно сыграть 2, пожертвовать. Можно, но там будет шах, мне 6. После ладья d8. Такая была идея. Да. Да, ну, все-таки не стоит, слон c5.
Ужас. Не, я не лагаю, все нормально. Может быть, слон? А, вот так вот. C5 уже. Идея 2-0, как раз твоя. Ну да, и на b2 напал. А вот видишь? Ну давай проверять. Даже не стану считать там эти варианты. Должен быть мат будет. f3. Ну F3 или конь F3, ну там уже все, там уже на разрыв пойдет все. Слон F5, ну это вообще. Е4 может выигрывать как-то. Ладно, слон F5. Ну все, здесь должны убить. Ну ферзь D5 шах сейчас из последних сил. Нет, ферзь D2. Ну тогда. А, слон B4 он меняет ферзи, кстати, такая микроловушка. Да, нельзя. Можно, но не стоит, конечно, подпускать. Ферзь B6 тогда ладно. Может что-то сильнее было. Наверное, Как-то... что сейчас еще конь висит на G1. Куда этого коня девать вообще? На На что не конь хочется. H3 уже G4 там или блю. Что-то как-то должны черные выиграть. Не верю я, что можно такую позицию держать. Все очень плохо. Да, ну конь G5, ну D4, потом H6 как-то. Да, это ужасная позиция. Такую просто нарочно не придумаешь. Нужно было получить. Куда он на Е4 приперся? Нет, да, на E4 возьмем ладья F2. А. Без коня уже просто. FG может единственный ход. Ну там, ну такое, ну, то есть если он очень хорошо сопротивляется, Там то есть ну, Е4 в конце. единственный ход. Но я не верю, что он такое удержит. Это было бы уж слишком. Не настолько. Потом коня жертва. Это вряд ли работает. Не думаю, что у белых какая-то контратака сейчас пойдет. Ну, кстати, ладью он грамотно вскрыл. Да, только посмотри на фигуры. Ладью вскрыл, Ну, да. может быть, Е5 накину... А, Е5 нельзя, да, белок. Ну, есть такое правило, что стоит включать все фигуры в атаку. Перед тем, как дать мат. Да. Ну, тоже слон F2 тактика выигрывающая. К примеру. Да. Без ферзя. Да, ребята, всем спасибо. А, еще так даже. Я думаю, можно прощаться. Да. Всем спасибо за внимание. Болицушки на Ческоме. Я не хочу с ним играть. Я вообще что-то